Казачья тема, посмотрите, какая красота. Казачьи ножи-пластуны. Ножи с историей. На клинках кованая сталь Х-12 МФ. Она очень долго держит заточку, износостойкая. Клинки, как на подбор, а? Красота. Рукояти из стабилизированной карельской березы. Очень износостойкий материал. На элементах, посмотрите, на гарде и на пятке всех ножей здесь лавровые листья. Символ доблести, символ мужества, ну а как по-другому у казаков? Хоть на медведя, хоть в поход обращайтесь. Ножи в наличии. Рабочий функциональный клинок и нетравмоопасная рукоять. Очень важно. Обращайтесь, ножи в наличии. И, как говорится, слава богу, вы казаки.